зарядку. Да, возьми зарядку. Вышла в эфир специально, чтобы вам рассказать, жителям города Саратова именно, рассказать, что в Саратове у нас вот теперь можно посетить такое шикарное место. На улице Мира, дом 5, это рядом с БТИ в Ленинском районе. Так, сейчас вам переведу на бассейн. Обалдеть, какой бассейн шикарный. Да, всем привет. Смотрите, это для жителей Саратова. Больше, мне кажется, будет интересно, да? Короче, 3 дня назад у нас в Саратове на улице Мира открылись вот такие вот шикарные бани. Ну и, в принципе, наверное, называются так из-за того, что расположено на улице Мира, и называются мировые бани. Вот. Короче, мы здесь сейчас. Я извиняюсь, у меня аккумулятор в руке, потому что телефон разряжается. Посмотрите, какой шикарный бассейн. 2 часа паренья. Стоит всего лишь 500 рублей. Ну, паренья, соответственно, бассейн. Грубо говоря, общественное место. Да, общественное место. Сейчас покажу и посмотрю там, что по поводу вопроса, да? Так, да, всем привет. То есть баня общая, общая. Поэтому можете сюда прийти с ребенком. Чему я была поражена? Тому, что здесь еще есть отдельный караоке-зал, представляете? Отдельный ресторан. Можно поесть, принесут все. Детская комната есть. Хамам обалденный. Парная, огромнейшая парная. Смотрите, какие тут стоят вот... Стулья, кресла, диваны, столики в зоне бассейна. Посмотрите, какой красивый бассейн. Я, честно говоря, удивлена, то, что в нашем городе вот есть такое потрясающее место. Потому что у нас в городе, в принципе, тухловато. Тухловато с местами, где можно отдохнуть, наверное, с семьей. Вот. Кто вот интересуется, если у меня целлюлит или нет, или как там он называется, это целлюлит. Вот, пожалуйста, сейчас на мне вообще не наложен никакой фильтр. Вот, поэтому можете лицезреть мою фигуру без прикрас. Вот, так, что еще тут мне понравилось? Смотрите, есть барная стойка. Кстати, сланцы я сняла, тут чистота идеальная, бани только открылись, поэтому еще, в принципе, посетителей не так уж и много. Идеальная чистота пола, поэтому сланцы сняла. Так что сразу говорю для тех, кто сейчас будет писать, что так нельзя делать, мне можно. Так, смотрите. Так, смотрите, тут уже к Новому году, вот так красиво все наряжено. Сейчас вот в баре я заказал чай, очень вкусный фит-чай, обожаю чай. Люблю вот травяной, сделали вообще просто бомбический. Так, что, смотрю, есть пиво, да, то есть кофе, вижу шикарную кофемашину дорогую. Что еще можно в баре заказать? Ну вот чипсы, орешки, такое все, да. А, то есть меню еще. Сейчас посмотрим меню, какое здесь. Ага, ага. То есть я могу все в баре вот это заказать с кухни, да? И мне все сюда вот принесут, да, именно сюда, да? Обратила внимание, что здесь мне понравилось, у них здесь пластиковая посуда. Пластиковая посуда. Поэтому, в принципе, все сделано как положено. Потому что можно это все разбить нечаянно. Здесь этого не будет. То есть все продумано до мелочей. Так. Сейчас еще вам покажу. Сауна вообще просто потрясающая. Просто потрясающая. Огромная. 2 этажа там. То есть я обалдела. Я такая думаю, а что там на втором этаже? Мне показалось, там вообще стол.
Там, да, стол для парения, так сказать. То есть тут еще можно заказать банщика. Так, вот пришел тут мой Владимир. Он не бритый, поэтому я его сейчас в прямой эфир не запускаю. Кстати, сейчас покажу, какие здесь... Ну, подожди, сейчас. Смотрите, здесь какие душевые кабины обалденные. То есть все новенькое, все чистенькое. Вот душевая показываю. Так, сейчас переверну, потому что не видно будет. Давай. Я снимаю снизу, ладно, если такое возможно. А то мне снимать сверху, я получаюсь какими-то короткими, блин, ногами, Володя. Так, потом что тут еще? То есть тут туалеты. Вот такая здесь зона. Можно смотреть, привести себя в порядок. Что я сейчас и сделаю. Вот. Вот. Так. Чай обалденный. Как я уже говорила, посуду пластиковая. Так, сейчас приведу чай. Бассейн, потрясающий бассейн, еще я пока не бассейн не ныряла. Водичка, то, что нужно. А детская, тут детская комната обалденная детская есть. Детская комната здесь есть, можно ребенка отдельно оставить, но она находится в другом отделении. То есть здесь вот нет детской комнаты, детская комната расположена в другом месте. Есть ресторан, есть вип-зал, где можно просто компанией посидеть отдельной. Что мне еще понравилось, есть комната для... Я не курю, муж курит. Есть комната для курения, где вы можете сесть, короче, покурить, выпить пивка. И вообще, в принципе, там можно и рыбу туда заказать, и все, что хотите. Так, пошлите, покажу, какие здесь хамам. Я заглянула, мы сейчас там, наверное, не сможем это все вам показать, хамам именно. Огромнейший хамам. И все это стоит 500 рублей в будний день на человека. Представляете, за 2 часа. То есть заходите, вам дают браслет, переодеваетесь, полотенце, халат вы можете взять в аренду. Вот. Так, хамам. Я хамам не очень-то люблю, скажу так. Смотрите. Огромное помещение, нам сейчас там задымится все, тебя запарится. Огромное помещение, зона хамама. Но от парной такой парилки, то есть я вообще не видела. Впервые в жизни я вижу такую парную парилку. Это просто что-то с чем-то. Вы пошлите, там, в принципе, телефон нормально. Сейчас посмотрите, какое помещение огромное. Вот, выходите. О, все новое, вообще потрясающее. Сауна просто потрясающая. Второй этаж, пожалуйста, кто хочет. Я заглянула, я такая думаю, стол что ли там, то есть в карты можно поиграть. Там оказалось столы для парения, потому что здесь еще работают банщики. Вот, короче, потрясающая сауна. То, что мне еще, знаете, что понравилось? Я люблю париться, мне понравилась очень комфортная температура. То есть иногда в баню приходишь, там так все это обжигает, тело, все. Тут вообще очень комфортно, сейчас туда зайду, буду париться. Вот, так, потом еще что? Еще есть купель, то есть заходишь в специальная отдельная комната. Вообще смотрю, все так потрясающе, такой ремонт красивый, все так потрясающе сделано, вообще просто бомба. Так, смотрите, значит, выход, то есть там вот наверху находится детская комната, вот, короче, купель, пожалуйста. Тут такой ледник, как, короче, тут холодильник. Ледяная, вода ледяная. Ну, в принципе, кто любит, я люблю напариться и в ледяную воду. Очень хорошо для сосудов. Вов, а ты положи зарядку в этот, в карман. И пролистни вопросы. В карман положи. Вопросов нет пока. Короче, я в диком восторге. Так, вот такая зона отдыха, очень зевая. Чай вообще супер. А у вас тут еще
Это Мира 5, открылись бани, общественные бани. Так, смотрите, я сейчас вот у бармена спрашиваю, что здесь еще можно заказать. Фреши, да? Молочные коктейли, пожалуйста. И вообще вот по меню вам все принесут, по меню. Так, ну по цены, сейчас посмотрим, что за цены здесь. Вот. Так, цезарь с креветками. 278 грамм выход. Цезарь с креветками стоит 500 рублей. Так. А, значит, салаты. Цезарь с курицей стоит 300 рублей. Пицца. Пицца стоит 500 грамм. Пицца с матным выходом. 500 рублей. 500 рублей стоимость пиццы. Так. О, огород. Смотри. Бутерброд с красной икрой 60 рублей, бутерброд с семгой 60 рублей. Вот, соусов, пожалуйста, можете. Ну, короче, адрес Мира 5, Ленинский район. Так, алкоголь. Ага, чай вкуснейший принесли. А сделайте мне еще чашечку кофе. Да, давайте американо. Да, американо. Кстати, вот еще такой вопрос. У меня лично, к бармену, а у вас есть сахар? Вот вы скажите, чтобы сделать сахарозаменитель, потому что вот так вот для тех, кто следит за фигурой, это необходимо иметь. Так, смотрю, что чаи, значит, 600 грамм чайника, 600 миллилитров, 250 рублей. Так, короче, пока мне делают кофе. Цены очень-очень приятные. Кстати, на мне купальнички. От bikinipoint.ru. Да, они лучше, bikinipoint. Вообще, лучше. Я с тобой возьму на горнолыжках, купальник вообще бомба. А бикини вообще лучше. Так, еще, значит, для жителей Саратова информация. Но лучше все-таки позвонить и записаться заранее. 26 числа. О, Вова руководит. 26 числа в 5 часов вечера начинается официальное открытие мировых бань. Лучше записаться заранее, потому что сказали, что будут, то есть набор людей будет ограничен. Будут работать парильщики с федерации, как она называется, САУ, что ли, короче, Федерации парильщиков России. Здесь будут работать. Вот, поэтому, то есть будут шары, то есть будет грандиозное открытие 26 декабря. 5 часов вечера, но лучше записаться заранее. Не знаю, что будет по стоимости, хорошо, сколько будет, хорошо, что стоит, пока не могу сказать. Хорошо. Давай, кто там? С Москвы. Да. А до 26 числа их можно посетить? Конечно. Конечно, можно. Работают. Они 3 дня тому назад открылись. Я вот сегодня спросила, говорю, к вам можно вот приехать? Нас просто пригласили. Говорит, пожалуйста, уже 3 дня как открылись, как работают. 3 дня. То есть можете хоть сейчас вот позвонить, а может даже без звонка приехать, потому что... То сейчас народу вообще нет. Ну, лучше позвонить, наверное, да? То есть никого нет? Нет, там одна семья, есть муж с женой. А, да? Одна семья, я видел. Они уже наверху сидят. Нет, они уже попарились, Юль. Одна семья, я видел сейчас. Кому нужны шлепки? Отстань. Могу их продать за 50 тысяч. Пук. А, да, я за 50 тысяч продаю только сланцы. Только за 50 тысяч. Торгую ими как пирожками. Сланцы от Толочёва стоят 50 тысяч рублей, не меньше. Потому что был спрос, понимаете, если есть спрос, значит есть предложение. Поэтому.
Да ладно, эту тему никто не знает. Это уже новые все подписчики, они не знают этой темы. Но тема очень интересная была. Сколько стоит час? Я знаю, 2 часа стоит 500 рублей. 2 часа. А у вас только сдается по 2 часа? Да, 2 часа. Ну, хотя пусть час парится, какая разница. 500 рублей ждут. А, 2 часа, да. 2 часа 500 рублей. Ну, больше, соответственно, понятно. Это для взрослого, а для ребенка 300 рублей. Это в будний день. Выходные, наверное, дороже, да? Выходные чуть дороже. Но лучше записаться заранее. Да, человек 500 рублей за 2 часа. Ну, я думаю, это стоит 100%. Честно скажу, сама обалдела. То есть я не ожидала на самом деле, вообще не ожидала, что здесь будет такая роскошь. То есть мы уже даже когда подъехали, мы, в принципе, искали, наверное, достаточно долго. Так, сейчас вот расскажу, короче. Да, просят показать детскую комнату. Почему вы не купаетесь? Мы сейчас будем купаться. Сейчас Юленьку попросили снять прямой эфир, люди попросили. А потом пойдем париться. 100%. Так, покажем, давайте тогда покажем, что уже в прямом эфире. Так, я тут запуталась. Мне еще представляет сегодня, предстоит поход в театр. Наверное, вот, ты с Юленькой туда пойдешь. Я бы лучше бы не поехал. С Юленькой, наверное, пойдешь в театр. Ты что, обалдел? Ну, я сейчас напарюсь, устать могу. Это Мира 5. Улица Мира, дом 5, рядом с БТИ, да? Да. Просит показать детскую комнату, все, сейчас я вам покажу. Очень вообще красиво все, очень. Свет справа. Дальше заходи, дальше. Смотрите, какой шик. Какой шик. Вот, я уже покурил здесь. Короче, да, ты уже курил, что ли, здесь? Вот, это. То есть людям, кто курит и никак не может избавиться от этой пагубной привычки, но сделать специальное вот помещение. То есть можете зайти сюда, курить. Сюда вам принесут пивко. Для любителей алкоголя. Короче, комната для курения обалденная. Так, дальше погнали. Ремонт потрясающий вообще. Куда не зайдешь, так. Раздевалка женская. Отдельно женская, отдельно мужская раздевалка. Так. Сейчас я покажу мужскую раздевалку. Там никого нет мужской. То женскую. А, вот, идите, покажи, идите, да. Сейчас. Ты что, зачем вам нужна раздевалка? Я еще ее показала. Раздевалка. Показала? Обалденная раздевалка вообще. Смотрите, какой вип-зал здесь. Прям супер. Вообще супер. Я вообще в шоке, честно скажу. Короче, надо забронить, наверное, вип-зал нам перед Новым годом и здесь собраться. Ой, блин, откуда только время взять? Я прям хочу, я все хочу, прям прелесть. Очень здорово. То есть вы можете попариться, все. Если у вас большая компания, сюда попросить, чтобы вам здесь накрыли. Здесь вам накроют, все принесут с ресторана. Короче, прям... Что там, вопросы есть какие-то, нет? Адреску. Сейчас караоке зал покажем. Детская комната. Просили детскую, да? Детскую. Вот детская комната. Обалденная. Ну как обалденно? То есть, в принципе, вот эта вот штука. Это дети все любят, все, пожалуйста. Это Мира 5. Открылись бани. Мировые бани. Мировые общественные бани. 2 года, вот мы узнали, гастроли 2 года. Открылись 3 дня тому назад. Так,
Так, а детская комната? Говорю, не надо вот сразу привозить. Кто заходит, они будут уходить. Так. Вот ресторан. Тут ресторан. Так, а что это такое? Тебя, ну, мне знаешь, что заинтересовало? Вот. Вот это. А, это обои такие. То есть тут караоке-зал. Караоке-зал. Вот. Очень красиво. 100 рублей, правда, значит, песни платные. То есть, если хотите, пожалуйста, можете здесь посидеть. Песни платные, 100 рублей за каждую одну песню. Вот. Так, выходим. Ресторан, который, ну, обычный ресторан, то есть хотите посидеть, перекусить, вот, вот еще. То есть тут не караоке, тут просто зона ресторана. То есть вы напарились или там до бани пришли поесть, заказывайте по меню, сюда здесь все принесут, накроют, то есть тоже прям зона классная. Спрашивают, а со своей можно пищи? Надо спросить. А, сейчас спросим. А можно со своей? Нет, вы приходите. Со своей нельзя. Не, ну по идее, смотрите как. То есть у меня с собой контейнер всегда есть. Вот у меня с собой лежит в сумке. А в раздевалке я быстро поел, да и все. Если кто вот на моем питании, то есть, ну в раздевалке туда поедите. Что теперь делать? То есть, по идее, нет, заказывать все здесь со своими напитками, с едой нельзя. Мировые бани, мира 5, да? Мира 5А. Да, очень здорово. Так, ну все, мы пошли тогда париться. Пошли париться. А вы погромче можете, девочки? Все, мы сейчас еще час уйдем. Я здесь даже не сон. Пошли вниз париться. Так, женская раздевалка, да? Женская раздевалка, сейчас покажу. Ну там нет никого. Вот. Вот, стоит женская раздевалка. Ящики все закрываются на браслете. То есть браслет вот так тик, у меня просто браслет вот муж забрал. То есть все, пены все есть, пожалуйста. То есть тут и душ в раздевалке, туалет в раздевалке. Вот, так, я сейчас встану около елки, потому что я сейчас подожду управляющую. Так, вот. Вот, видишь, Лопа, у тебя намойки нет. Да, или есть у тебя намойки? Обязательно. Он, наверное, везде сейчас ездит. Без них не это что. Тем более сейчас зима, сейчас такое. Баня только-только открылась. Сейчас я возьму сигаретку себе. Ну давай. А вот как раз раздевалки. Курилка, надо все-таки покурить здесь. Пока наблюдаешь все как для людей. Хотя я иногда и противник, чтобы были где покурить. Уж так бы я не выходил бы курить никуда. Что за комната? А, закрыта. Нельзя, наверное, открывать. Юль, как правильно называется? Это вы у Лены спросите, она вам скажет, как называется. $500 2 часа. Я в курилке.
все, бегу. Юленька, бегу. Бегу, Юль! А 27-го сядем в поезд и уедем. Да, да. Так, ну что? Пошла я, наверное, да? Что, в басике? Ну то выключ... Да? Ну давай, в басике, пойдем париться. Я хочу попасть, что там, вопросы какие-то есть? Вопросов нет, адрес спросили, все, я сказал. Ну все, значит, тогда что, пошли мы париться, да, мои дорогие друзья? Ваня, я вам уже показала, то есть парная вообще просто, блин, даже стоп. Охеренная. Бассейн с подогревом ты ногу? Нет, нет. Нет, без подогрева. То есть вода такая, не теплая, так скажем. Но бассейн шикарный.